дорогой друг, будешь в Гокарне, ищи кафе White Brother. Здесь готовят с душой. Все простенько, но с душой. У него есть сырники, у него есть драники, у него есть типа пельмешечек. Ну, короче, любое блюдо, которое бы ты ни выбрал, он реально туда положит душу, и это будет очень вкусненько. О, она с нами уже здоровается, мы тут как местный контингент. Такой живописный местяк, и вот так вот с видом на океан. Можно посидеть и выпить кофе и покушать. Здесь, я так понимаю, тоже сдаются комнатки, типа хижинки, бунгало. Но атмосферка, конечно, крутецкая. Все такое зелененькое, красивенькое. Так, это стоят туалет и душ. Вон такие бунгало. Внутреннее состояние. Сейчас оно кричит. Почему ты ничего не делаешь? Тебе же надо что-то делать, что-то искать. Вон, люди ходят с мешками. А ты сидишь и не понимаешь. Ничего не делаешь. Ты кто, не знаю, как с этим жить? Как с этим жить? Yeah. Да никак с этим не жить. Обеденная традиция. Мы-то, по сути, вообще постараемся всегда что-то делать. Yeah. Знаешь, а тут мы вроде бы поговорили, что мы себе позволим до Нового года нифига не делать. Мы здесь какой день? Третий. Mm-hmm. Третий день, а уже мы страдаем от того, что мы ничего не делаем. Тоже момент. Беда. Так хотя бы были какие-то, не знаю, движения, практики, что-то там, не знаю, Вриндаван это вообще парикрама ежедневная. Mm-hmm. Ты знаешь, куда тебе идти, что делать. Mm-hmm. То есть, знаешь, вот есть вот это вот, когда у тебя графики конкретно, ты себе там их выстраиваешь, всех жизней их выстраивает тоже. То есть ты такой знаешь, поднялся, у тебя конкретно тут. А тут ничего не надо. И вот этот вот момент, когда совсем ничего не надо, ты начинаешь вообще просто забывать на все. Иди оно все нахер. И просыпается и говорит, а слышь, а как ты, иди оно все нахер. Да? Так надо что-то сделать, что-то. А с другой стороны, ты сказал, что что-то надо делать. Не, ну надо что-то делать. Жизнь впустую вот так вот протусить, нет. Ты периоды, что ты можешь себе так позволить отключить. Да, но вот тоже вот периоды, которые мы типа, можем себе позволить отключиться. Мы вроде бы себе поставили, что этот период сейчас мы вот отключаемся. Все равно сами себя подкусываем, не? Ну хотя я не знаю, может это закон просто. То, что что-то там порешать надо, какие-то автобусы, надо в город ехать. Главное найти хату. Ну забить хер, поехать. Что-то там какие-то движения еще. То есть есть такой вариант, что мы сами себе делаем, да, Дарья? Да, на ровном месте. Вообще просто. Типа, ну вот что сейчас заморачиваться, если вот мы сидим, пьем кофе вот с таким вот видом. Еще надо. Нет, что-то еще надо, кстати. Батарейка заканчивается. Ладно. Опять на ровном месте к себе придумал.
сильно отпускаем. Да, короче, все равно у нас есть вот этот момент, что мы полноценно в отдых, мы как-то не получается вливаться полноценно. Не, знаешь что? У нас крайность. Не знаю, вот как-то, знаешь, вот ты вроде как бы отдыхаешь и типа, ну, что-то делаешь. А тут отдыхаешь, пошел все нахер. Вообще ничего не хочешь делать. Просто тупо поднялся, пошел, пожрал. Так же тоже должно периодически. Плюс это не долгий период. Мы уже долгие периоды не сможем. Вон 3 дня прошло, мы уже третий день, а мы уже тут это разглагольствуем. Что мы ничего не делаем и вообще. Тоже же момент. Надо тоже какую-то делать перезагрузку вроде бы как, не? Давать сейчас, себе полностью сейчас, отдохнуть. Сейчас поедем на гору. Я последний движ. Доехать до гор. Снять плюс-минус нормальную бунгало такое. Ничего не последний, что последний движ? Ты тоже мы в это тоже сильно сами себя заморачиваем. Чуть проще нам не отдохнуть. Не проще, просто все равно движ. Ну движ еще. Ну движ это тоже что-то делаю. Так вот именно, что хочется, что тогда ничего не делать. Раз у нас период ничего не делать. Хорошо, 2 недели ничего не буду делать. Это суслик. Где же люди, которые ни хера не делают это годами? Так своим каким-то, не? Там. Не, ну я не знаю, может совсем это надо превратиться в этот в овоща или в кого-то. Как это вообще состояние можно? Я не знаю, какой-то внутренний контролер, он не позволяет на вот так вот полностью типа. Все. Бай. Я ничего делать не буду. Да, и вот этот вот соблазн на курортах. То есть одно ты приехал 2 недели, ты знаешь, все. 2 недели ты можешь лежать. И то, как правило, еще хочется побольше зайти 2 недели, и то начинает шуршать. Туда-сюда бегать, знаешь, по этим аттракционам. Ну это же тоже своего рода отдых. Да, но это где-то превращается в свою тут. Знаешь, часа надо все успеть посмотреть. Так как когда ты отдохнул. То есть ты отдыхаешь, а, ну, я пойду там на аттракцион теперь. Тогда да. А не, знаешь, вот это в краткое время все успеть. Это тоже кому как ближе, понимаешь? Кто-то отдыхает, когда он бегает по этим аттракционам, ему эти новые эмоции. То есть тупо лежание там, ну, кого-то не вставляет. Ну, сколько ты полежишь? Ну, день ты полежишь, ну, 2 ты полежишь. Смотря под чем. Ну это уже другой вопрос. Или после чего? Это уже другой вопрос. Это уже вообще другого рода, так сказать, отдых. Ты можешь просто потом отдыхать. После отдыха. Да, и отдыхать. Где-то там собирать осколки своего сознания. Все. Ну 2 месяца мы катались и это. Занимались делами. Максимально. Старались, по крайней мере, в силу своих возможностей. Да? В силу своих возможностей. Мы только приехали, Мася. Когда мы приехали? 25 ноября? Да 2 месяца назад. Да. Всего 2 месяца. Ощущение, как будто уже здесь, да? Я не знаю, полжизни провели. Да, ощущение такое, что мы здесь долго. Так что сейчас вон догуливаем какую-то, там, не знаю, недельку, 10 дней. Восстанавливаемся и снова в бой. Перезагрузку сделать и что. Потому что тоже все равно, я так думаю, что нам вот именно сейчас нынешняя перезагрузка немножко нужна. Что мы только приехали. Да, то есть мы окунулись, то есть мы познакомились вообще с Индией. Не знаю, познакомились, напомнили себе или вообще, да, то есть что как происходит, как люди, как вообще ситуации, как где что решается, то есть общее такое в лице. Там тут попробовали практики, то есть примерно понимаем уже, да, где что у нас.
Ну да, какой-то привкус такой есть. Уже да, уже такие маленькие есть. Там того уже знаешь, где там что подсыпать. Какую специю, чтобы было вкуснее. Вкуснее или интереснее. Глубже. Вот. Теперь тоже момент, опять же, да, то есть то же самое с едой, со сном и так далее. Еще раз себе напомню. Ну, вот так сказать, сейчас это все мы загрузили туда в мозг. Теперь делается перезагрузка, чтобы это все, знаешь, как новые полочки там создали, создать. Так оно тут все туда наткали за 2 недели. Сейчас поедем в Гоа. Там вместе полочки вместе со стенами сложатся. Так и слушай, а вот возьми вот момент, да, вот я когда на этот, вот когда мы с Израиля собирались, а, то есть мне же надо было это все сложить. Все вещи, все вот это вот. Перед тем, как сложить, что у меня было в комнате? Да, вот так. Ну, было все вот так? Ну вот тебе. То есть так и получается. То есть сначала ты скидываешь все в одно. У тебя такие кучки. И потом по-тихому как бы ты разгребаешь этот бардак и все, и можно новый сезон, так сказать, открывать. Да, надо расслабляться. Ну не расслабляться. А как вот не расслабляться до конца? Ну а что, вот меня просто-напросто прибивает, я могу просто что-то сидеть тыкать. Ну уже вот компьютер вот это не то. Вот книжка, вот что-то там. Ты посмотри, куда заплыл. Все плавает где-то далеко. Я знаю, какой национальность. По-любому. Только наши. Ну вот это тот момент, когда сильно расслабляешься, вообще ничего не делаешь. Этот момент тоже может должен быть. Вот, просто вот промежуток определенный на это. То есть тоже надо себе позволить. Хочется несколько дней тюленить. Тюлень. В какой-то момент времени. Поза тюленить. Все равно, Мася, но вот как-то не крути, в какой-то момент времени приходит то самое чувство, когда ты. Все, я не могу больше тюленить. Ну есть же, ну мы пробовали с тобой лежать, сколько мы максимум лежали тюлени. Ну да, потом уже все просто тошнит, все. Все, я уже даже. Сжечь. Да, и от того, что уже ты сам себе начинаешь, там внутренний этот контролер, он тебе просто покоя не дает, и ты поднимаешься и начинаешь опять настраиваться. Так что хочется полежать, может и нужно полежать, может тоже с тобой еще не уже там высоко где-то. Мы еще только 2 месяца назад Масин приехали сюда. 2 месяца, нет, столько вещей хотел. Блин, это за 2 месяца. Это то же самое, что мы за, я не знаю, за 3 года в Израиле. Так не, я так же говорю, здесь просто день, как я не знаю, за сколько проходит. Реально, то есть 2 месяца, которые мы сейчас провели, за год в Израиле не было столько. Так, куда за год? Этих событий, каких-то трансформаций, я не знаю, новых осознаний, не за год, не за два. Ну вот возможно сравнить это, я не знаю, ну может 3-4 года там. За 2 месяца. Ты уже чувствуешь себя совсем другим человеком. Вот. Тоже это, слушай, это там такая хорошая нагрузка, да? И на мозг, и на сознание, как хочешь, не хочешь. Что мы привыкли размеренно, знаешь, там повстал, поел, и на работу, с работы, дома, и, знаешь, такие. Они протоптанные дорожки. Протоптанные. Ну, а мы 2 месяца, у нас не то, что протоптанных дорожек не было. А каждый день ты не знаешь, что он тебе принесет. Ну, так что, с учетом того, что мы за 2 месяца сделали, когда 4 года в Израиле, я думаю, мы можем себе позволить каких пару недель выдохнуть и почувствовать себя тюленчиком. Потому что то, куда мы собираемся дальше, Мася, это там будет совсем новый уровень. Да. Так что давай, наверное, договариваться, мы разрешим себе выдохнуть, отдохнуть и побыть вот такими вот тюленями, ничего не делающими, такими прям. Мы на у океана, язык на плечо. Хочется что-то делать, делай, не хочется, не делай.
И что-то получится и ни туда, и ни сюда. Ну вот, у меня вот этот сам обочин напрягает, когда ты еще дергаешься, вот как это. Так. Ну, промежуток времени, который мы себе взяли для того, чтобы отдыхать, он все равно когда-нибудь закончится. Как бы, все равно, да, то есть мы не те люди, которые сейчас будем это месяцами растягивать. Да. Вот, то есть все равно там это вот середина января, это будет прям там где-то самый максимум. То есть все, мы уже должны будем заканчивать. Вот так. Надо дать себе этот период реально отдохнуть, а не дергаться, что мы ничего не делаем. Все. Так что? Период ничего не делаем. Установка. 2 недели ничего не делаем. Сегодня какого у нас? 29 декабря. Где-то к середине января. Вылезем. Давай мы сейчас прям примерно посмотрим, что у нас по календарю. Так, это ладно, не считай эти 2 дня. Да и 3-й, ну, и 1-го не считай. Это суббота. Ну вот. Неделя, 2. 17-го. Ну вот примерно, да, вот там 17-го, до 20-го это уже надо даже это, восстановиться. Да, 2 недели отдыхаем. Да, назначаем 2 недели тюбенничества. Хорошо, увидимся. Звук в ГУА. Или может лучше не надо. А то пару серий назад мы сидим там, я не знаю, в каких-то там позах, медитациях, практиках. И лучше, может, не надо снимать ГУА. А? Что скажешь, надо или не надо? Надо. Надо показать нашему другу, как оно. Друг, слушай, скажи, надо или не надо показать? А там это, дай обратную связь, а то, если честно, есть сомнения, стоит ли. Хотя мы же обещали все без прикрас. Да, как есть, так что. Да, может, не говорим, что ты должен точно так же пройти. Мы тебе показываем, как у нас этот путь проходит. Ну. Что, если мы даже в Индии, мы все равно остаемся земными людьми, своими какими-то, не знаю, даже не то что минусами, а со своими какими-то чертами, недостатками, чем-то там, что нам там, кармически, не кармически, пришло, то, что приходится кормить, отрабатывать. Так что да. Все, мы будем завтракать. Жди. Увидимся. Мы расскажем Гуа. И покажем. И что мы тут на целом? Нам тут покушать принесли. Такие красивые мамосики. По-моему, он самостоятельно сейчас их лепил. Да, такие цветочки, листочки. Слушай, вкусные драники. Салатик. Красивущий. И драники, которые кто-то уже не дождался и попробовал. Да, они вкусные, слушай. Вкусные, да? Да. Я да. Попробую. Нормально драники. Кто-то тут нормально научил делать драники. Бургер покажи. Бургер на обычном хлебе. Зато котлета, мама, не горюй. Ну все. Макдональдс отдыхает. Масин лайк место. Лайк. Все, мы кушать. Хотите лайфхак, как избавиться от мурашек, чтобы они вас не донимали, когда ты сидишь где-то, не знаю, кушаешь и что-либо делаешь? Просто берешь маленький кусочек чего-то и делишься с ними. Все, вон, все убежали. А теперь доза мимимишности. Тёпусики, масенькие, и вон еще. Че маленький, уволился? Ай, да. Ты нормально у меня косить решил? И ты? Где? Да? На один. Все, жесткое нападение на человека. Ай, а? Разорвем. Да?